Ребята, всем привет! Сегодня нас пригласили на участок. Здесь будут разбирать этот дом, там все это будут разбирать. Вот, ну и пригласили там расчистить чуть-чуть, там вот от веточек всяких там. Вот, ну и заодно мы посмотрим, что тут есть, чего нету. Давно у меня мечта была такая по постройке пошляться, такой вот позаброшенный. Давайте будем смотреть, этого скоро ничего не будет. Вот, посмотрим, что тут есть вообще интересного или неинтересного. Вон. Короче, вот он участок весь. Вон он, домишко. Дом там каких-то годов старых. Оба. Лишь бы не насрато было, а так все нормально. Короче, мы сейчас находимся в гараже. Давайте будем смотреть по хабару. Это смотрели все, наверное, этот сериал там. Когда старые дома заходят и смотрят, что можно прибарахлиться, чем нельзя прибарахлиться, там что интересного есть в старых домах. Давайте начнем с плитки. Тут у нас сложено. О, кафель. О, блин, Севастополь. Немерено. Вот этот кафель, я фиг его знает. У меня когда-то давно, когда жил там в доме, был такой вот в подъезде. Чашки, ложки. Ну тут, в принципе, гараж, тут, наверное, делать нефиг. Вот какая-то старая мебеля. О, это Сурик. Сурик — классная тема. Что у нас тут? Плафоны лежат, валяются. В плафонах ни хера нету. Бутылка, ложка. Киев или что-то такое. Вот смотрите, ложка. Сейчас попробую, схватит ее, не схватит. Увеличение. О, вот такая вот ложка есть. На штампе Киев Мерш или что-то в этом роде. Так, ну в принципе, вон поворотник от чего-то. Кто знает, можете написать от чего. Листопарь это не поворотник. Но он убитый. HL. H6L. Берется. Короче, блин, тут делать нехер. Пойдем дальше. Так, что у нас тут? Дом. Пойдем сделаем экскурсию по дому. Вот такое вот старое это. Слив. Ну, он вообще весь старый. Ничего в нем не осталось. Дом деревянный, здесь дранка, все это будет сноситься. Ну, в принципе, смотрите, какие хоромы. Шикардос. Вон, здесь, наверное, печка была. Дыры какие-то. Ну, дом, говорят, 60-х где-то годов. Здесь все выворочено. Ну, здесь уже металломщики побывали. Видите, вся проводка снята. Проводки ни хера нету. Здесь, наверное, пытались что-то сделать, ремонт какой-то. Полы деревянные, шатаются, так ходят. Блин, класс. Двери, смотрите, блин, ребята, вообще это шикарно. Это произведение искусства, эти двери. Реально кайфовые. Нравятся мне такие. Что у нас здесь? Ну, здесь, в принципе... Наверное, тоже какая-то печка. Скорее всего, здесь тоже поработали металломщики. Здесь, наверное, какие-то трубы шли. О, книжка. Книжка у нас. С какой-то библиотеки Тырина. А вот и библиотека. Межсоюзная библиотека. Город Феодосия. Класс. Кто-то не вернул книжку. Ладно, идем дальше смотреть. Я тут думал, тут сейчас будет все захламлено, а тут, в принципе, все убрано, ничего такого нету. О, самый главный этот, сортир. Да, это ванная комната. Видите, тут ступать-то можно. Ну, вроде можно. Ух, нихера себе, там еще и подвал где-то глубоко. Жгется костер. Участок очень такой захламленный, ну, заросший. Короче говоря, тут какой-то медик жил, там немецкий.
Ну, не немецкий, сам он этот, немец по национальности. О, у кого были такие лезвия, Нева. Так, что здесь у нас? Графин. С неоригинальной пробкой, но, блин, графин целый. Смотрите, красота. Еще книжка. Что за книженцы у нас? Ну, хоть не тыренная из библиотеки. Лермонтов. Собрание сочинений. Хорошо. Так, ну что, здесь, в принципе, ловить больше нефиг. Ну, чердак, к сожалению, не смогу пройти. Вот, ну, потому что там он все закрыто. Ладно, идем дальше. Чего у нас тут идет? Давай. Подвал. Ага, вот этот вот подвал я и видел. Вот видите, здесь сверху, получается, шли эти, блин, вот он потолок. А, потолок, он же пол. То есть все деревянное. Ну и вон кладка какая-то идет. В общем, такой. Здесь, наверное, котельная была, потому что вон он уголь валяется. Все, здесь ловить нехер. Пойдем дальше. Опа! Ну, блин, уже паутину влез. Здесь жил Побик. Что у нас следующее? Хозпостройка. Но... Телефон. О, слушай, что-то еще до САФ СССР. Всесоюзные. Нифига себе. Давайте я вам так покажу. Членский билет. Фамилия Бич. Я не вру, ребята. Какой-то. Слышишь? Ты видел этот? До САФ этот. Фамилию читал? Бич. Так, что у нас тут? ДОСАФ, 71 год, членские взносы, опять бич, 66 года, 10 копеек, красные, классные штуки, 20 копеек еще что-то, Феодосия, АЭС, время оплаты, место, не прочесть, ладно, это оставим, что это у нас, новейшая история, 45-64 год. Просвещение 64 года. Бига или Бича. А, Бича Валерия. Все. Книжка подписанная. Вот фотография. Может, это и есть тот самый Бич. Ладно. Пойдем дальше шкериться. Ух ты. Там еще вон какие-то книги. Коммунист. Да помогу. Что у нас здесь? Блокнот. О, смотрите, блин. Записано чего-то. Смотрите, как прикольно. Что такое эритроциты? Ответ. Походу, это шпаргалка была. Смотрите. Рисунок прошлого. Вот что-то здесь написано. Блин, нифига не видно уже. А, о, видели? Видать, ребенок что-то рисовал. Ладно, история украинской литературы. Тут вообще хламец полный. Иван Франко. Так, зажимы. Зажим медицинский. Зажим, смотрите, матерый какой-то еще с этим, с клипсой. Клево. Таким за яйки как схватишь, так и все. Конверт. Гашеный СССР Крым Феодосия. Крым Феодосия, улица такая-то, город Мена. 4 копейки, 61 год. Еще есть. Так. Какая-то херня. Талон. Паспорт. Так это на бритву, блин, паспорт.
командировочное удостоверение. Чем вы разводите? А? Чем? Да я раздеваюсь. Санэпидем станция. Это этот, как его, техасская резня бензопилой. Слышишь? Санэпидем станция. Что тебя смутило? Справка, вообще матера. Приходи дерево. Приходи дерево. О, дерево. Прибарахлиться есть чем. Смотрите. Со сколом. А, ребята, помните, с таких бухали? А чё, блин, я за такими бутылками с молоком и кефиром, блин, стоял, знаешь, это в очередях вообще-то. Да, какая-то хернюшка, блин. Что за хернюшка, фиг его знает. Топорище. Ну, топорище новое. Игрушка. Да нафиг надо. Слышь, я там это, ложку нашел, здесь еще шумовница. Короче, все как полагается. Ну, нерж, я там тоже ложку нержавейку нашел. Ну, что это у нас? Вот это вот у нас альбом с пластинками. Та-та-та-та-тан. Бля, ломаные какие-то. Сейчас, 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 дай посмотрю, что это. Чего? Ну, слава, блин. Ну, ребята. Слышь, так они толстые, блин, матеры. Стри соседей не убей. Так, ребята, вон сами смотрите, что это такое у нас. Вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары». Голубые гитары, это очень интересно. Рывышок не нужен? Рывышок еще. Как сталкера. Да. Как в лучших домах Лондона. О, вот это вот уже постарее пластиночка. Царская. О, ребят, тянем потолще. Так слышишь, это большая медицинская энциклопедия. Охереть. Ну, такие пластинки. О, что здесь? Такие вот. Большая медицинская энциклопедия. 5 энциклопедий. Блин, ребята, кайф. Все, больше тут, короче, ни хрена нету. Это мы убрали. Так, ну что, давай зайдем вот сюда. Ну, а здесь книги, книги. Какая-то жидкость на окне. Здесь, короче, этот стекло... Вата это лежит, блин, чтобы потом не чухаться. Так, это что это у нас? Бумага для оклейки окон. Вот видите, ребята, была такая. Вот она. Так, это что это у нас такое? Хер его знает, что это такое. Может, какая-то медицинская херня какая-то, смотрите. Пиу-пиу-пиу! Так, ну здесь, блин, пробки, пробки. Шишки, елочные игрушки. Вот такие вот. Я надеюсь, тут эбола никакой не было. О, блин, ребята, смотри. Механизмы часов. Тема. Если, блин, часовщиком был бы, обязательно забрал бы. Что у нас еще тут есть? Так, история древнего мира. История Украинской ССР, экономическая география ССР, еще что-то, химия органическая, ну, короче, разные книги. Так, здесь у нас лонгер, это уже из современного, бутылка мензурка, что у нас тут еще есть, какая-то хрень, блин, отрава, наверное, зоосорвица, блин, какая-то, хер его знает. Так, ну и здесь у нас все вроде.